Итак, собственно, Трунь, мы продолжаем прохождение Хвоста Феи, и сейчас мы пойдем выполнять сайд-квестики. А чё бы, как бы и нет, на самом деле. Но перед тем, как мы пойдем выполнять сайд-квестики, давайте сходим вот сюда. Зачем? Потому что там ресурсы для какого-то чего-то там улучшения, так что, ну, забежим, раз уж. Раз уж все равно вышли из столицы, можно забежать. Так, и здесь два ресурса... Ага, ну, допустим. А, да, мы же говорили о том, что Венди давно не пела, да? А вот вам и оно. Господи, ну в этом костюме это смотрится максимально странно. Отлично, Венди, поехали. И у этих тварей еще уязвимость к атакам. Венди... Вот так, пожалуй, мы жахнем. Давай. Ути, умничка. Ниндзя. Немножко. Так, чё можем? Чё можем? Как можем? Как бы получше их так жахнуть? Не. Не. Да. Так, одного волка почти забрали. Вот бы у нас еще с собой была наша... Наша была бы, если бы у нас еще с собой Люси, она бы здесь жахнула просто водолеем. И все. А, да, это тот видос, где... Да, 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 именно так. Шутки шутками, но как бы... Ну, как бы да. Блин, я все равно каким-то чудом смог, я каким-то чудом справился. Я имею в виду Ронпу. Оу, Грей. Блин, стоп, я не видел эту атаку. А, сук! Бля, я хочу увидеть перевод того, что говорит Джувия в этот момент. Типа, ты чё, сука, глаз на Грея положил, мразь? Так, хорошо, ресурсы для чего-то мы получили? Нет, мы не отправляемся никуда, у нас там еще есть ресурсы. А теперь такая, Грей, и тут какая-то тварь ей мешает мечтать о Грее. О, сюк. Согласен, Джуви, и это непростительно. Так, а там у нас какая-то тварь, возможно, тварь большая, потому что она у нас не отображается вообще никак. А, кстати, ой-ой-ой. Я тут уже пинался с вон той херью, которая... Ну, это опять же было за кадром. Которая вон там, между ушками у Венди. Эти твари 50 уровня. В общем, нужно было видеть, как я... А, это просто ресурс его собрать нужно было. А, ну все, валим тогда. Я победил в том бою, но бой был, конечно, да. Так, так. Кстати, я не знаю, костюм полицейского Гажелу, наверное, да, он был ему к лицу, да. Особенно если бы Гажел в этом костюме искал пропавшего ребенка. Помните тот сайд-квестик? Бля. Это все, это край. Это приехали. Так, барная стойка улучшена. Спасибо, теперь она может, в общем, открыть свое дело. Уровень ги... Место гильдии нигде не повысил. Бля. Ладно. Ну хорошо. Столики тоже улучшились. Улучшено. О, 94... А, да, вот мы, кстати, 94 уже очка набили. Мы можем... Не можем. Вообще не можем. Гажел хоть... Ай, сюк. Хорошо, я тебя понял. Давайте закажем бухлишко. Сок. Диетический. Да я не знаю. Одна воды... И слушайте, Венди серьезно пьет. Но почему кружка выглядит больше, чем Венди? Венди, остановись. Кто вообще Венди подпустил к барной стойке? Покажите мне этого человека, я просто осуждаю люто. Хорошо. Поехали на квест. У нас вот новый появился квест с Нацу. Ну, квест этот Б-ранга, и, видимо, здесь будет больно, но за него должны дать много... очков на улучшение персонажей, поэтому, конечно, принимаем.
Фейри Хаб, да. Чё, слепые пятна? Да чего, слепые зоны, слепые пятна? О, а как насчет того, чтобы использовать свою душу животного? Я превращусь в птицу и дам тебе знать, что я увижу сверху. Да не, спасибо, у меня хэппи есть. Не используй хэппи в этом запросе, Нацу. Почему? Чего? Ну ладно. Я просто спрошу у Лили. А значит, ты предпочел бы работать с ним, чем с другом детства, да? Нацу, то есть, всячески пытается оградить Лису от работы, чтобы, типа, Лиса должна быть в безопасности, согласен. Согласен полностью, абсолютно с Нацу. Да что с тобой такое приключилось вдруг? Ну, позволь мне помочь, Нацу. А я сильнее, чем выгляжу. Да мы знаем, Лиса, мы знаем. Так, хорошо, у нас должен быть Нацу в нашей группе. Угу. Нацу в нашей группе, конечно же, есть, да? Да. Куда же нам без Нацу? Кто там у нас закреплен по этому квесту? Нацу. Нацу, только Нацу, хорошо. Значит, мы отправляемся в эти горы, кстати, которые мы только что разблокировали. Ну, за этот квест вообще прям хорошую должны дать награду. Ну и выглядит неплохо. Йось. Я буду, в общем, держать тебя в курсе передвижений врага с неба. Будь осторожна. Если ты их увидишь, а если ты их видишь, это значит, что они тебя тоже видят. А ты обо мне беспокоишься? Ну, блин, мне, если бы у меня кто-то спросил, какой персонаж мне больше нравится, Лиса или Люси, я бы, блядь, долго бился головой об стену, но так бы сомневаюсь, что я бы пришел к какому-нибудь выводу. Когда Уе, когда Хэппи с нами будет. Хэппи чё-то не взяли. Не то чтобы... не то чтобы я мог отговорить тебя от этого, да? Да, со мной будет все в порядке, доверься мне. И убежала. И убежала. Куда убежала, зачем? Ладно, пора... В общем, да. Ага, смотрите-ка, а у нас запросик здесь. Чё хотят? О, а у нас есть, на, держи. Держи, брат, все для тебя, как раз, все. С квестами мы справились. Так, кристалл дали, спасибо, тебе тоже спасибо. Все, 20 из 20 запросов мы выполнили, и теперь наша загвоздочка состоит только вот в этом. А в чем? В четырех связях, да. Да, я бы бился головой об стену, но сказал бы, что Венди топчик, а все, едите в пень, не трогайте меня. Какие волки здесь злые! Ага, это как двери в ДС-ке. Ха, сюк. Бля, тупик. Венди маленькая, юркая, она всюду проскочит, за что я ее, собственно, и люблю. Так. Не-не-не-не-не-не-не-не. Так, погодите, а где? Где проход-то? А чё? А чё тупик-то? А как? А где? Так бы сразу и сказали, что нам сюда. Так погодите, здесь... Бля. Ладно, короче, я был близок. Но все-таки что-то пошло не по плану. Ну ладно, давай так. А Венди, где урон? Вот, о, узнаю свою Венди. Моя Венди. Так, хорошо, если мы сделаем так, то да. А потом ту птичку мы добьем Греем, да. Справедливо. И у нас почти заполнена ульта, так что если мы
встретимся с чем-то опасным, то... Господи, почему ты Ванпанчман? Даже думать об этом не хочу. Ага, то есть ты наш противник, да? Ну-ка, иди сюда. Ну хорошо, да, пусть. А вот не пела, не хотела петь. А чё бы ей петь-то? О, то, что нужно. Прям то, что доктор прописал. И у нас готова уже ульта. Так, минус два отряда и есть. Там остался последний. С ними разберется Эрза. Разберется же с ними Эрза. Разберется. Ну, отлично. Ну и как бы... А, это не все. А какого хрена? Ну ладно, допустим. Так, Венди, в прошлый раз нас застали врасплох и изловили. Надеюсь, в этот раз мы проскочим. Так. Ну, Нюсюк! Да ладно, справимся. А когда плачут аисты, да, Рори, видел? А, видел, видел, видел. Так, все, Венди спела, у нас просто нет ни единого шанса проиграть. Как бы мы ни хотели проиграть, мы не сможем этого сделать. А потому что Венди уже спела. Домой, ублюдки. Не, анимация ударов, конечно, просто на высоте. Так, что мы можем? Нет, не то, вот то. То, что нужно. Так, птичка у нас почти отъедет, да? Ну, почти. Близко, близко. Ну, вот здесь очень не хватает водолея. Прям осень. Осень не хватает водолея. Так, ну, что ж, пойдет. Рисовка очень упоротая. Она скорее не упоротая, там она очень старая. Ну, очень старая. Ну, стену сломать, это ульту нужно сжать, а мне лень. Как... Вот. Все, это моя теперь любимая атака. Особенно этот момент. Типа, чё, бля? Не, Азур, там не классическая, там... Там, я бы сказал, очень ретро. Потому что классическая там, это немножко другое. А здесь именно ретро. Ну, там точнее, ретро. Так, и снова. Так, ладно, Венди петь отказалась. Хорошо. Чё мы можем? Мы вот так можем. Еще мы можем вот так, но это не то. А мы можем вот так. А, ну, мы можем вот так, и это будет даже, наверное, лучше. Так, ну и Эрзочка, само собой, все это дело закончит. Без шансов. Ну, Венди, давай, ну 31-й, он ведь так близок. И чё, и это не все, да? Так, блин, Мира, ты можешь как-то их это, по порядку нам давать? Из Миры навигатор такой себе. С ней в машине я бы не поехал. Дай, ну, Сюк! Ну, серьезно. Осуждаю. Ладно, допустим. Ладно, давай, Венди. Жги. Чё-то птичкам уже грустно. Волку тоже грустно. Так, да? Нет. Не, пожалуй, да, там по волку хороший урон залетит. Сейчас еще Венди подключится. Готово. Не-не-не, да-да-да. Ой, да 31 уровень, неужели? Молодец, Венди. А было бы неплохо еще навык какой-нибудь новый открыть. А ну ладно, спасибо и на этом.
Так, чем мы здесь можем жахнуть? Таким, знаете, чтобы прям зашло. Это оно! Вот этим! Давай, Венди! Не, костюм... Костюм прикольный, если бы еще нет шляпка, хотя в этой шапке доля шарма тоже есть. Офигеть, ну ты, Венди, даешь. Определенная доля шарма в этом... В этой шляпке тоже есть. Принесите мне того, что в небе. За нами наблюдают сверху. Ой, зря ты это сказал. Чё? Лисанна, я иду. Так, ублюдки, у меня ульта, если что, есть. Вы бы там особо не боковали. Так, о, Нацу, ой, Нацу, Хэппи, и тебе тоже, ауе, он не удержался. Ай, сук, зажали с двух сторон. От ублюдки. Фокси, ты хотел у нас, по-моему, ауешного Нацу? Да вы там норм вам, как вы вообще, а? Вы чё, бля, твари? Видимо, кем жахнуть-то? Эрзой, конечно. Ну вот, и Хэппи не удержался, собственно. Ух, ублюдки пернатые. Да, ему бы, да, с полосочками костюмчик, ух. Ему бы зашло, я уверен. Так, это не то, что нам нужно, это тоже не то, вот это то. Да, то, что нужно. Задевает всех, Венди подключится, если ударит по волку, ему будет грустно. Даже не по волку, все равно им грустно. Хорошо, Нацу. А что можем мы такого, чтобы прям задеть? Вот волка. И Венди его запинает. Костюм Субару? Да, кстати, он бы подошел тоже. Тоже верно. Да, Джулия, да, да, да. Все хорошо. Едем дальше. Ай, иди! Подожди, не-не-не. Так, это кто? Это Лиса. Они на Лису решили напасть. К сожалению. Блин, вот зря они совершили такую ошибку. Этого достаточно. Если ты не хочешь, конечно, чтобы она умерла. Нацу, не волнуйся обо мне. Ты правда, короче, доставил нам проблем, но мы вернем все с процентами. Верни Лисанну сейчас же! В смысле верни Лисанну? Так она ж вон же сидела. Не, если бы Мира была здесь, да. Ой, все, короче, они рили меня уже запарили, поэтому... Достаточно. Да, вот голоса не хватает в пении, согласен. Вот они крайне-крайне зря вообще это все дело затеяли. Блин, почти 70к, ну, неплохо. Нацу апнулся. Мои поздравления. Спасибо, Нацу. Я так счастлива. Да, без проблем. По-моему, знаете, Лиса специально пошла с ним на задание и специально, блядь, попала в плен. Чтобы Нацу ее спас. Ты сделал именно то, что я обещал, помнишь? Я спасу всех своих друзей. А, ну да. Да блин, так вообще, да, что она серьезно попала в плен специально. Я дам тебе знать, если случится еще чего-нибудь. Я знаю, что могу рассчитывать на тебя, Лисанна. Да? Оставь это мне. Я ведь волшебник хвоста феи, знаешь ли. Ага. Ага, спасибо, что помог Нацу. Такое ощущение, что это был план.
Я такая слабая, Лисанна, помоги мне, Нацу. Так, чё по очкам? Так, это все хорошо, конечно, но... 240! Ей! Кстати! А? У кого тут оранг уже? Так, мастер Нами, видимо. Довольно. Поздравляю с повышением ранга. Теперь ты... Теперь мы действительно просто великолепная гильдия. А еще бы. К такой... С такой репутацией... С которой мы стремимся... И стремлением к новым высотам... Это можно назвать золотым веком хвоста фей. Блин, последний ранг остался. Доверие и узы, которые мы разделяем, могут быть самыми сильными, которые были созданы с момента основания гильдии. Однако, на этом нельзя останавливаться. Мы должны продолжать идти вперед, пока не достигнем самой вершины, то есть ранга S. Верно. Покажите мне, как высоко может взлететь хвост фей. Собственно, готово. Готово. Ага, новые эти. Награда. Понятно. Хорошо. Но мы пришли сюда зачем? Зачем мы сюда пришли? А мы пришли сюда, чтобы апнуть Джувию до 7-го ранга, конечно же. Ау. Бля, это мне напоминает, знаете, когда кошки помечают что-то. Ну, типа, тумбочки там и все такое. Так вот, да. Джувию можно назвать кошкой, которая помечает свои владения. Хорошо, награда за квест была достойной, и все. Претензий не имею. Так, по улучшениям. Это ведь еще не все, да? Да, конечно, да. Мы можем еще улучшить вот это дело. Мы можем улучшить и это дело. Так, хорошо. Так, понятно. Угу. Так, ладно, это все не улучшается, да, и хрен бы с ним. Так, что у нас тут? Вот, мы можем улучшить столики всякие. И барную стойку тоже, к слову. Надо бы это, сделать Кану более счастливой, довольной и веселой. А для этого этим всем и занимаемся. Так, ну все, больше ничего не улучшается. Хорошо, едем дальше по сайд-квестам. Ага, это закрыто, тут нам Люси не хватает, это не то. Да, у нас остаются квесты С-ранга. Блин, и тут Люси много где нужна. Угу. Вот. А вот подходящий квест, где Люси нам не нужна. Нам нужен One Punch Man, господи. Это просто ужасно! Нацу, Грей, мы должны помочь с уборкой. Леви, разлогинься, пожалуйста. Тот самый Леви, не наша Леви, а тот Леви. А для чего же ей нужна наша помощь? Она просто чудовище. Да какая разница? Кроме того, я и сам могу помочь. Ну и тогда иди сам. Я вообще не хочу туда идти. Ну и тогда не иди. А позже Эрза уничтожит тебя. Гнев — это яд для тела. Вы двое успокоились? Ага. По-моему, Нацу заразился. Нацу заразился от Хэппи. Спать с котами плохо. Это все благодаря тебе. Тогда пошли. Операция «Очистить Крокус». Не, если выбирать Хэппи и Беркули, я бы выбрал Хэппи. Типа, да. Да. Понимаю. Так, ну что, куда мы?
О, кстати, здесь материал для улучшения, так что поехали его залутаем. Попутно попытаемся поговорить с вот этой дамой и выполнить ее квестик. Нет. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Так, вон ресурс, который нам нужен. Так, и... Не-не-не, погоди, еще рано возвращаться. Там сверху у нас еще один квестик. Ага. И там еще один квестик. Ладно. Я еще просто морально не готов что-то творить с Беркуле. Хотя, вспоминая Fatal Bullet... Ух, базальтовый Джо. Там Беркули отдыхает и курит нервно в сторонке. По сравнению с тем, через что мы там прошли. Не, Алекс, за это будут бить. Причем сильно. Причем ногами. Так, ладно, пойдем очищать Крокус. То есть мы мусор должны собирать, да? Ну, трэш. Да. Ну, сказала уборка, это и есть уборка. А раз уж нам предложила Эрза, просто возможности отказаться не было. Это, в общем, мы избавились от большей части мусора. Операция завершена. Посмотрите-ка. Они тоже помогают с уборкой. Это эти? Да не. Или да? А, да, это друзья этого, да. Видимо. Они же так же выглядели. О, они, должно быть, очень усердно работают. Эти сумки выглядят так, как будто сейчас лопнут. А нет, это бандит. Да, мы собрали довольно много вещей этих тупых туристов. А, они грабят. Эй, так они просто воруют? Ну, как бы, да. Подожди, я ж тебя знаю. Думаю, тогда нам придется сражаться. Давай. Тоже мне. Давай, Венди, срази их на повал. Так, готово. Что мы можем? Что мы можем? Мы можем так, можем так, можем... Нет, так мы не можем. А мы вот так можем. Ну это С-ранг, вообще без шансов. Без единого, блин, шанса. Чипоник. Так, Венди снова умничка. Ах, что за фигня? Судя по его словам, его друзья все еще должны быть где-то здесь. Давайте тоже их поищем и очистим от них город. Да не вопрос. Учитывая, насколько они были сильны. Ух. Так, а вот и они. Недалеко они друг от друга находятся. Ладно, нам это на руку. Здравствуйте. И Венди снова решила сразить их пением. Так. Грей курил. Блин, ну мне кажется, он просто побоялся, потому что если бы Джувия узнала, все могло бы закончиться крайне хреновенько. Блин, давайте все-таки красивенькое заюзаем, например, вот это. Они-то и так трупики. А так хотя бы эффектные трупики.
Нам Грей 29-й апнул. Тоже неплохо. Так, это еще не все, ладно. И вам здравствуйте. Блин, Венди поет уже каждый бой. Да-да-да-да-да, там же ему, да. Было дело с гаданием. Так, Венди, давай. Ой, как стоят хорошо. Какое везение. Без шансов. Просто абсолютно. Так, и это было еще не все, ладно. А, чё-то слишком большая банда воришек здесь в городе завелась. А, нет, ну, к столице же. Так, а чем тут Венди может таким жахнуть? Нет. Нет. Да тоже как бы нет. Ладно, одних оставим тогда на верточку. Так, давай чем-нибудь прям вот так, например. Ух, блин, а это я ни разу еще не использовал. Вы этот костюмчик видели? Мне зашло. А вот, собственно, и все. Так, ну теперь с мусором мы точно разобрались. Да, конечно, ты так говоришь, но я думаю, что погоня за этими парнями и их избиение закончились еще большим беспорядком. Как ужасно! Надеюсь, что вы собираетесь взять на себя ответственность за это. Чё? Да это же ваша вина! Да-да-да. Разве это не ваша вина, придурки из хвостофей? Вы такие жестокие. Вы разрушили башню, часовую башню в моем городе, когда я был ребенком. Это было так страшно. Часовая башня с часами? Разве это был не ты, Нацу? Так вот почему он вспоминал здесь башню эту. С часами. Ну и что, если и так? Да хватит уже сражаться! Так, и что вы собираетесь делать с тем беспорядком, который вы устроили? Мы поможем его очистить все здесь прямо сейчас. А вообще, мы все сами сделаем. Да, они увидели, как Грей и Нацу получили люлей от Эрзе. Мы точно не убежим. Я никогда больше не сделаю ничего плохого. Yes. Я люблю помогать нуждающимся людям. Фактически, я собираюсь посвятить остаток своей жизни альтруизму. Бля. Ну, это приятно знать. Спасибо за сотрудничество. Нацу и Грей это за что? Ну все, можно отчитаться. Пострадали? Ну, типа, никто не пострадал, кроме Нацу и Грея. Так что в целом-то все прошло относительно неплохо. Так, и по-прежнему мы на 25-м месте, но мы можем столики улучшить. А чё бы как бы и нет. Да, и по-прежнему 20... А по очкам? 134? Нет? Да. Нацу Грей, но пока Нацу.
Потому что, думаю, Нацу в боях будет участвовать довольно часто. Ага, костюм. Альтернативный цвет. Давайте посмотрим. Так, и там ресурс нужен. Угу. Я что-то хочу уже узнать, что там за альтернативный цвет. Ага. Блин, Люси на самом деле с Водолеем очень сильно не хватает. Слушайте, а прикольная хрень. Мне нравится. Все, оставляем. Однозначно. Так, ну и пойдем, сходим сюда, заберем ресурс, который нашли. За эту штуку дают все-таки много очков для улучшения персонажа. Поэтому быстренько делаем тык-дык туда. Нет. Вам не угнаться за маленькой Венди. Бля. Ну ладно. Бывает. Хорошо, там стена, но у нас, возможно, есть ульта. Если есть ульта, то разрушим и стену. Правда, я не видел, сколько там дамага нужно было. Нет ульты, ну и хер с ним. Можно вот так, можно... Ай, не то. Все не то, все не так. И это не так, и это не так. Во, вот это так. Заденем прям всех и давай на то. Не, ну урон Венди меня однозначно радует в последнее время. Так, ну и само собой у нас... О. Вот у кого-кого... Так. А уж у Эрзы-то есть чем жахнуть. А давайте вот так жахнем. Да, и Венди поможет в этом деле. Так, Грей. О, по-моему... Ну, почти хорошо. И Джувия уже 31-я. Хорошо. Растет почти как Венди. Воу. Это похоже на ту гориллу, но это не горилла. Блин, это ж те самые, да? Да, это те самые из серии с часами. Ну, точнее, той серии, на которую есть хентай серия. Да. Так, что мы... Ой, стоят прям так хорошо стоят. Маны хватает. Так, ну и давай, Джувия. Да, на следующего упыря просто жахнем ультой, да и как бы все. Угу, Эрза 32-я, хорошо. Ну, паськи потихоньку растут, хотя Эрзу ну, паськи назвать такое себе. Так, ну все, ульта есть, все есть. Поехали. А что-то не похоже, такой наглости не ожидали. Так, все, ресурсы для улучшения чего-то собрали. Сейчас еще получим немного очков и, возможно, прокачаем чуть-чуть Грея. Почему бы и нет? Или Гажела. А вот сейчас посмотрим, кого. А, мы бар улучшили. Понимаю, все для Каны. Так. Ага, а хрен там, не хватает у нас очков для этого дела. А мы можем еще пару улучшить? Да, можем. Хорошо.
стойку тоже можем улучшить. И, ребят, да, давайте сделаем еще небольшой перерыв, буквально на 5 минут, после которого все это дело продолжим.